Рад. Так называется этот район Дюссельдорфа. Один из самых уютных, элитных и симпатичных. Розовый замок, расположенный перед вами, если верить путеводителям, находится между Кёльном и Дюссельдорфом. На самом деле, как вы понимаете, он находится в Дюссельдорфе, только не в самом его центре. Вот эти корпуса вправо и чуть позже, я покажу вам влево, кафе, музеи, кавалерградские корпуса с подземным входом из центрального здания, из так называемого корпус. Весь этот комплекс построен по приказу курфюрста Карла Теодора в 1754 году, как охотничий домик. В Пенрад мы с удовольствием приходим с надеждой погулять. Пенрад – место, где и вы непременно должны побывать, приехав в Дюссельдорф в летнее время. Ну а сейчас давайте полюбуемся на этот замок через искусственное озеро. Перед замком целый ряд закрытых сегодня киосков рождественского базара. Поэтому прийти сюда, конечно, есть смысл в субботу или воскресенье. 12 декабря, пятница, вечер довольно прохладно, температура примерно около 5, и это для Дюссельдорфа в декабре норма. Итак, привет вам из Пенрада.